Да, всем привет, с вами Бодя, и сегодня у нас непослушный ребенок увидел вампира в Майнкрафт жизни ютубера. Я сразу ставлю лайк. Ребят, не забывайте включать уведомления о нашем с вами ютуб-канале. Если ты не подписан, то подпишись, это важно для меня и для тебя тоже, поэтому подписывайтесь. Так, а какого вампира? Это что было, я не пойму. Вы нам, кстати, тоже лайк сразу ставьте. Хава! А, типа пришли рабочие, которые сейчас будут ремонт делать. Ребят, ну вы там аккуратнее, главное, сломайте. О, одна бровь, одна любовь. Вот эти баррикады, и потом окно застройте. Ты там аккуратней, там аккуратней. Сейчас есть еще... Еще скорую помощь, не дай бог, вызывать надо будет. Аккуратно, окно застроил, застроил окно, молодец. Убрал вот эти баррикады, убери баррикады вот эти еще. Ага, чуть-чуть, еще чуть. Чуть-чуть осталось, чуть. Ломай, 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 ломай. Ладно, спускайся, я потом сам сломаю. Сейчас еще бошку себе разобьешь. Сейчас спускайся, спускайся. Все, прицепы свои за... Я просто не понимаю. Забирай, забирай прицепы. Жильгами гельбель начальником на зарплату мана. А, зарплата мана будет, когда ты дома номера доделаешь мана. Не переживай, как договаривались, я сначала 400 золотых монет все же заплатил за вот эту хату. Хоть я считаю то, что 400 это вот... Да ты все-таки купил ее, да ты шутишь, Эдисон. А бомжей выселил оттуда, надеюсь. Фига, как много, и 2 стака вроде за ремонт. Я все правильно помню, тогда держи джамшут, тебе стак, и Равшану тоже стак, молодцы, все. Хорошо справились, кстати, я сейчас зайду внутрь, посмотрю, что вы там нахимичили. Все. А, это 2 стака золотых монет дали тупо за то, что они убрали эти доски и поставили окна. Ты шутишь, Эдисон? Давайте вот эти прицепы свои забирайте, уматывайте оттуда. Так, Степа, подойди. То чувство, когда хата стоит 4 стака, а какие-то поменять окна 2 стака? Там что, окна почти-то стоят половину дешевле, чем сама хата? Иди сюда, бежи. Чё ж за окна такие? Сразу за Геннадием Петровичем притаскиваешь его вот сюда и прямо сейчас. Кто не смотрел предыдущие выпуски с Эдисоном, идите смотрите. Это очень важно. Сейчас. А то я не знаю, чего вы не смотрите, ребята. Мы будем дарить хату, поэтому давай. Ноги в руки, руки в ноги, побежал сразу же. Так быстро, как только можешь. Генка свою хату увидит, копыта отбросит. Ну я об этом же говорю. Все, давай, побежал. Одна нога тут, другая нога там. Ну чё, мелкий? Обрадуем Генку в этой... Одна нога у Джамшута, другая у Равшана. И серии. Мне кажется, ему 100% это должно понравиться. Так, иди сюда, а будем его ждать. Сейчас будет, давай. О, идут, идут. Идут, 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 идут. Мелкий, готовься. Давай, 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 давай. Здорово, мужики. Здорово, Генка, здорово. Слушай, как хорошо то, что мы сегодня здесь все сами собрались, да, вчетвером. А, ну, мы собрались, потому что, Генка, я тебе по секрету скажу, мы тут с Мелким, мы хату новую купили. Вот, поэтому я тебя позвал на новоселье, чтобы мы, ну, посидели, отметили вот это все дело, как бы. Новая хата всегда хорошо, да, Геночка? То есть вы купили квартиру, а я тут при чем? Вы похвастаться, что ли, решили? Нет, похвастаться и поделиться информацией с близким другом это две разные вещи. Генка, тут просто новая хорошая квартира, мы хотим, чтобы ты ее оценил. Вдруг она тебе понравится, вдруг вот. Мы просто ее купили, потому что делать было нечего. Все, давайте, все за мной, по одному. Сейчас прикол будет, когда она ему не зайдет вообще. Заходим, давайте. Ой, боже мой, я обосрался. Это сейчас не шутка, я типа не прикалываюсь. Это реально было резко. Что ты здесь забыла, дихай? Это старый жилец квартиры, мы выселили его оттуда. Я не могу, он страшный. У всех соседей дебилы, честное слово. Вот у нас тут еще тем более. Тебе понравится квартира?
так, слушай, бомжара, иди сюда. Короче, давай я тебе даю. У него какашка на трусах. 3 золотые монеты, ты сдрыснул отсюда так далеко, как только можешь, чтобы я тебя здесь больше не видел. На 3 золотые монеты, я не знаю, семечки себе там купи или еще что-то. Все, Геночка, не обращай внимания, соседи у нас просто дебилы вот бывают. Все, давайте все по одному за мной заходим. Да. Тут, Генка, ты тоже не обращай. Наташа Соска, мы правда не знаем, кто такая Наташка и почему она... А там еще второй мужик был. Соска, и кто такая Соска, мы тоже не знаем. Но как бы вот это подъездное искусство, граффити, вот. Все, заходим сюда. Саламу алейкум. Заходим по одному, по одному... Господи помилуй, я ж сказал. Жильгибек Гербер, Равшан, этот свалил на чёрт нах в этот отсюда. Нахрен, нахрен. Она да, блаш, ушел. Хрен это такое, как бы это... Это еда такая, если что. Так, то есть на и хрен. Ну типа, иди кушай фрукты. Ой, овощи. Быстро, чё тут забыл-то? Давай, я твоему братку уже деньги отдал. Давай, 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 давай. Да не через окно, нет! Через дверь ты выйди, как нормальный человек. Все, мелкий, закрой дверь. Так, Генка, смотри, какая новая квартира у нас. Тут у нас рабочая... Не поверите. Я когда жил на прошлой квартире, у меня точно-точно такой же ковер был. У меня точно-точно такой же ковер был на стене прям. Напишите в комментариях, вот, ребят, вспомнили же свои старые квартиры или... Не, у меня даже сейчас вроде этот ковер на полу в зале, если я не ошибаюсь. Но у меня здесь точно нет ковров. Но та, в зале точно такой же, если я не ошибаюсь. Просто запомните, если в квартире ковер, это не означает, что это плохо. Если вы хотите ходить босиком, то ковер это идеальное средство для того, чтобы ходить босиком и вам холодно не было. Поэтому ковер это круто. А так, Генка, смотри, какая новая квартира у нас. Точь в точь, господи, откуда ты? Он как будто... Пипец. Тут у нас рабочее место. Правда, компьютера еще нет, только магнитофон, но это как бы ничего, потом можем купить. Потом у нас здесь огроменная... Я помню, когда я ложился спать, я все время смотрел на эти узоры и в них различал какие-то лица. Типа там, рыбку... Багет, спагетти, еду, короче. Двухспальная черная кровать, телочек можно водить целыми днями. Тут прям огромная такая, ну в смысле, хорошая большая кровать. Тут, правда, телевизора не хватает, но потом мы его сюда купим, пока что еще не успели. Потом 2, а даже 3 огроменных окна с видом на мой ресторан. Тебе нравится, а, Генка, нравится? Да ты сейчас выпендриваешься как будто. Мужики, вы совсем очумели, что ли? Подожди, Генка, мы не очумели. Тут еще и кухня маленькая есть, смотри. Вот, тут у нас и холодильник. Круто, круто сделали. Тут у нас и плита, здесь у нас и тостер. Короче, заходи в квартиру, живи просто до конца жизни. Ну вы же знаете, что я бомжара. Вы что, решили хатой новой похвастаться, а? Ну не, мы не решили похвастаться новой хатой, Генка, мы просто решили тебе показать, ну чтобы ты оценил, однокомнатная холостяцкая квартира, вот прям подходит для нас всех, да? Не ожидал я от вас такого, друзья называются, да пошли вы! Гена! Гена! Нет, подожди, Ген, стой, да, это совершенно не то, что ты подумал, Гена! Ключи! Опа. Гена! Ген, стой! Проблем, я бежал за тобой, ключи из кармана выпали! Ключи от квартиры новой из кармана выпали, я их найти не могу, ключи выпали из кармана! Помоги мне найти, пожалуйста, Ген, я не знаю, где они, беда-то такая произошла со мной! Так вот же они! А? Ну ты смотри, какой молодец, Гена! Вот нашел ключи, которые у меня с кармана выпали. Почему это так смешно выглядит? Это, знаете, как помириться с другом. Ой! Да мне нечего кидать, все жалко. Даже вот... А! Да нечего кидать! Ну, короче, вот воздух упал. Гена! Воздух пропал! Не могу найти! Помоги! Вот так и мерится с друзьями.
Но молодец. Ну, все, так тогда можешь их себе оставить. Как говорится, что упало, то пропало, что нашел, то мое. Забирай ключи себе. Вот. Дай квартиру, в принципе, забирай себе. Нафиг она нам нужна. Мы ключи потеряли, получается, квартира больше не наша. Ты чё, серьезно? Ну, пословица есть такая, говорю, что упало, то пропало. Ты нашел, значит, ключи твои. Ой, какой я растяпа, просрал ключи, просрал квартиру среди белого дня, Генка. Ну все, получается, квартира тогда твоя. Заходи, смотри, однокомнатная, холостяцкая, как я и сказал. Да давайте за ним. Можно говорит мне так же. Кого? Куда тебе так же? У тебя есть двухэтажная квартира. Ты с Риткой, своей женой живешь. Степа, ты не обнаглел? Давайте заходите. Заходите обратно. Так, ну надо было как-то Генке это преподнести. Ну да, 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 согласен. По-скромному, а не так, то, что мы бы подошли и сказали, вот Генка, твоя квартира. В общем, Ген... Насыщенный выпуск получается. Хороший, мне нравится пока что. Да, ты изначально неправильно понял, и я изначально тебе неправильно объяснил. Мы тут с пацанами скинулись, ну, точнее, я скинулся деньгами, все остальные пацаны просто наблюдали за... Мы тут с пацанами скинулись, ну точнее, они не скинулись, а они просто наблюдали, а я вот скинулся. Затем, как я скидываюсь деньгами, они скидывались. Мы знаем, как тебе было сложно, трудно и плохо в последнее время. Ушла из жизни твоя любимая жена, ну вот эта баба Зина. Ты бомжаром стал, поэтому мы решили, то, что вот эта новая квартира будет хорошим началом нового чистого листа, чтобы ты заново начал жить, не тужить, не переживать и не реветь целыми днями. Поэтому, Генка, все это твое. Живи, вот это поживай, добра, как говорится, наживай. И тёлочек сюда води, вот. То, что тебе 60 лет, ничего страшного, ты еще себе бабу сможешь найти. Спасибо, мужики. Спасибо за все. Люблю вас больше жизни. Ну да, сложная жизнь на мусорке, но сейчас-то все хорошо, Генка. Пацаны, успокойте его, я не могу на это смотреть, успокойте его. Так, ребят, это, конечно, все хорошо. Квартиру мы подарили, Генка расплакался. Вот эти сентименты, вот эти все, вот такие хорошие моменты, которые запомнятся нам до конца жизни, но жоп. Хорошая квартира, очень хорошая. Будто в руки возьмите и на улицу ее вытаскивайте, потому что у нас с вами еще дофигища планов. Генка, потом квартиру затопишь в своих слезах, давай на улицу выходи. Как говорится у нас в жизни ютубера... Малейкум ассалам. Ассалам. Брат. Малейкум ассалам. И сестра. Брат-сестра. И давай уже. Я так решил, то, что Генка, сегодня какой-то день подарков просто, ей-богу. Вот этот розовый байк твой. Я-то подарил это. Розовый цвет мужиков. Этот розовый мотоцикл Аленке пару серий назад, когда Илья Олечке, не помню, когда Мелкий хотел на ней жениться. Но, как бы, свадьба не удалась. Поэтому, Мелкий, твой голубой байк, Геночка, твой розовый. Моя тарантайка, а у Степы, ну, вот это, молниеносный его мопед. Да, Степа? Я вот свою на Степу, знаете, вот... Вот как их? Итальянец. Вот прям посмотрите на него, итальянский, такой, этот, с такими усиками. Вот, я говорю, что он топ, молниеносный просто. Все, садись давай. Четкая внешность, четко. Прямо сейчас мы с вами должны отправиться к дому баб... Степа. Киёшки, потому что ее дом... Утонул в мотоцикле. Дочка вот эта Елена Ветрянкина попросила меня притащить ее в центр города, потому что сегодня у нас еще одно знаменательное событие. Какое, расскажу чуть позже. Поэтому давайте... Вчера был день блогера, если не ошибаюсь, да? Или позавчера? Делаем так. Кто последний доедет до дома бабки Ёшки, тот лохозавр лохопецкий. Поэтому сейчас, подожди. Раз, два, три, тогда погнали. Раз. Два. И... Три. Да не, ну тут Эдисон выиграет. Ёшку в этой жизни еще никто не перегонял. Ну никто не перегонит. Второй мелкий, третий, а Степа, ну Степа как? А Степа там отдыхает пока, пофигу, нормально. Какой первый с конца ты, Степа, с конца ты первый. Короче, пацантре, мы сюда пришли, чтобы притащить в центр бабку Ёшку, но А чё бабку Ёшки, ну зачем вообще ее сюда, я чуть не понимаю. Притащить ее из-за того, что сегодня у бомжары и Елены Ветрянкиной...
Свадьба! Если кто-то не... Чё? Да, это примерно серии 10 назад они начали вот это... мутить между собой. А это чё означает? Я помню, я так градусник обычно набивал. Вот здесь градусник, и тупой стороной я любил набивать с этой стороны, чтобы у меня температура поднялась, и меня со школы отпустили. А это к чему относится? И вот недавно Бомжаров мне по секрету сказал, что он сделал предложение Леночке Ветрянкиной. Поэтому у них сегодня такая маленькая, скромная... Я помню, они стояли тогда еще. Свадьба, они почти никого не пригласили, просили только меня и Веркова прийти, но вы два вот этих усатых... Ну, вы можете с нами за компанию прийти, если хотите, и бабку Ёшку еще. Ну покажи уже! Мать моя женщина, что? Это из вас кто-то потерял коляску посередине леса или нет? Чё? Слушайте, ребят, вроде обычное дело, да? Ну нашли мы заброшенную коляску посередине леса, ну и нашли. Ну я вас пугать, конечно, не хочу, но я вот позавчера один страшный фильм ужасов смотрел, и там он начинался как раз-таки именно так. Одна молодая пара в лесу коляску нашла, и потом жопа-попа вот это началась, когда всю... А вы что, пара, что ли? Семью перерезали на кусок. Так, стоп! Это все шутки. Стоп! Ничего страшного здесь не так. Надо проверить, потому что это немножко странно, то, что коляска возле дома бабки Ёшки находится. Кто хочет проверить? Кто здесь самый смелый? Стёпа! Мелкий? Геночка? Не. Ну, раз никто не хочет идти, давайте мы так... Тогда Стёпа. Тогда сыграем в небольшую игру. Давайте сделаем так. Кому из нас меньше всего лет, тот сейчас пойдет и проверит эту коляску. Как вам такая игра? Все согласны? Вот, Гена, согласен? Я тоже согласен. Мелкий, ты тоже согласен? Согласен. Вот, короче, тогда давайте сейчас выясним, кому же из нас меньше всего лет? Кто здесь самый молодой? Может, Стёпа, может, я, ну нет, я точно нет, Гений вообще уже там 60 чем-то. Мелкий, я даже не знаю, кому же меньше всего лет из нас здесь всех. Слушай, Мелкий, я не уверен, конечно, но мне кажется, что... Рогатку, хулиган Мелкий. Ну вот, ты, Мелкий, все, иди давай проверь. Давай иди проверь, Мелкий, что ты такой стеснительный? Давай иди проверь, что за вот эта коляска ужасов посередине леса стоит. Ничего же страшного там нет. Аккуратно, главное, ничего. Я надеюсь, игрушка не задвигается. Чего там страшного нет, Мелкий, разве что демон там где-то возле коляски гуляет. Ну, это как в том и хоррор-фильме было. А так ничего страшного, Мелкий, не... Еще один Мелкий! Мама! Ладно, сейчас я пойду первый, давайте все за мной. Ути-пути. Сейчас за руку как укусит. Какой там? Ути-пути. Подойди сюда, ебёночек такой, подойди сюда. Ты тут потерялся, подойди сюда, у тебя там... Это... К ноге. Или как там детей звать? Подойди сюда. Мя-мя-мя. Я не мя-мя, я не пя-пя, я вообще тебе никто. Ты как тут... Ты мямя. Ты мямя. Я не... Сам ты мямя. Я не мямя. Слушай, это... Мелкий номер два. Ты как посередине леса-то потерялся? Ты вообще в курсе, где ты гуляешь? И где твоя настоящая мямя? Кто тебя здесь оставил? Мамя ты! Нет! Нет! Это не Эдисон. Нет, я не мамя. Так, Стёпа, забирай коляску вот эту и пошлите к бабке Ёшке. Мне кажется, она знает, что здесь происходит. Если вы гуляли рядом с домом бабки Ёшки,
Мне кажется, вы с ней как-то связаны. Или вы просто ныряли дебилы, которые гуляют где-то ночью посередине леса и оставляют мелкого ребенка возле бабки-ёшки. Так, иди за нами, мы сейчас найдем твою мамю. Ты главное не пугайся, а то у бабки-ёшки, честно сказать, не самый красивый дом на этой планете и не самый доброжелательный. Вот, разрешите продемонстрировать. Сразу на входе вас ждет кладбище. Вы не пугайтесь, не пугайтесь. Если мы пройдем дальше, мелкий номер два. Смотрите, здесь у нас Антон. Раньше он был человеком. Это бывший муж Елены Ветрянкиной. Но он не понравился бабке Ёшке, она его превратила в свинюху. Ну это я помню, все прекрасно помню. Вот, сказки наяву, просто ёперный театр. Так, ты присматривайте за ним, чтобы он о нас не отставал, давайте. Главное, чтобы мне не пришлось этого мелкого номер два тоже усыновлять. Ну давай, беги уже. Эротики и... Ждем бабку Ёшку, сейчас она нам откроет дверь, и мы у нее спросим, что это за мелкий вот этот мя-мя-мя-мя. Мне вот тоже интересно. Подожди, Степа, бабка Ёшка точно дома. Она просто глухенькая немножко, вот, она не слышит карга. Ну выбей дверь тогда. Вот эта старая вообще не слышит, надо раз 20 позвонить, чтобы она открыла нам дверь. Ну или проще всего самому открыть дверь, самому зайти, самому ее найти, как мы сейчас и сделаем. Все, давайте все за мной. Бабка Ёшка! Ты дома? Вы слышите, там что-то горит? Глухая, я говорю, корга старая, ничего не слышит. Так, давайте все по одному за мной. Бабуль! Бабка Ёшка! Ты дома? А где она? Мелкий, сгоняй на второй этаж, посмотри, там она или нет. Так, ты куда за... Нет, в котел зачем? Ты вылези оттуда! Сейчас же из тебя бабулька супчик сделал, вылези оттуда! Так, кстати, подождите, костер горит. Это значит, что она недавно здесь была, это значит, что она недавно делала зелье, значит, она не могла куда-то далеко... А может, она случайно превратилась в кого-то? Уйти. Мелкий, она там? Слушай, если ее нет на первом этаже, на втором этаже и даже на крыше ее нет, где она тогда может быть? Матерь Божья! Чего? Да еще кто был? Ты смотри, как... Полетел просто ненормальный, чё он такой быстрый-то? Слушай, так может это он ребенка потерял? Это папа твой мелкий? Это вот этот пяпя твой или это мяма твоя была? Подождите, чё мужик в шкафу делал? И где бабка Ёшка, что самое страшное? Я не понимаю тоже, что-то все слишком странно. Пойдемте нафиг отсюда. Так, надо пойти к Лене Ветрянкиной и спросить у нее. Может, бабуля отправилась куда-то? Это брат Елены Ветрянкиной, на которого она дом свой оставила, бабка Ёшка. Ты его... Странно. Да, все, давайте быстро все за мной по машинам и обратно в город. Дичь какая-то происходит, честное слово. Странно, я вот вообще не представляю, кто это или что это, что за бред. Короче, ребят, будем ждать, ждем новую серию, мне очень интересно, что вообще там происходит, я не понимаю. Типа, чё, откуда вампир Короче, это надо ждать Эдисона, когда он выпустит новую часть. В общем, что я могу сказать? Ставь лайк, подписывайся на канал и комментируй, это самое важное, и колокольчик. Так что, ребята, до новых видео, да.